Каждая история – это чья-то идея. Что мы покажем сегодня, зависит от автора, который прислал свою идею и снялся в нашем сериале. Всем привет! Меня зовут Квицинский Александр. Я из города Новокуйбышевск, Самарской области. Летние каникулы в самом разгаре. Поэтому их надо провести с пользой, а не как мой друг. А что с другом не так? Сидит дома, играет в компьютерные игры, зависает в интернете. На улицу почти не выходит. Так все каникулы пролетают. Все понятно. У меня тоже есть такие друзья. Я им говорю, пошлите погуляем. А они мне, подожди, сейчас уровень пройдем в игре. Целый день могут проходить. С друзьями, конечно, веселее. Одному скучно. Согласен. Вот я Кольке говорю, пошли в футбол поиграем на площадке. А он мне, не хочу, лучше дома поваляюсь. А мой папа говорил мне, что в детстве они с утра до вечера гуляли во дворе. Боялись домой зайти. Думали, их больше не выпустят. Ну а Федька, поехали, говорю, на великах кататься. Прокатимся до набережной, говорит. Далеко устанем. Вот так лето у них пролетает. С телефоном, в интернете, виртуальными играми. Я вот еще книжечки читаю в свободное время. Мария Ивановна дала список литературы. Надо прочитать за лето. Чтение – лучшее времяпровождение. В общем, встретил я как-то во дворе Артура. Он оказался моим соседом и спортсменом. Занимается хоккеем. Дела пошли веселее. Есть с кем поиграть и погулять. Посмотрим, что Федька сколько напишут в сочинении, как я провел лето. В итоге, ребята, летние каникулы должны проходить с пользой. Больше проводить свободного времени на воздухе. Гуляйте, играйте. Читать не забывайте. И пусть гаджеты подождут. Вызвала лифт. Жду. Подходит какой-то мужчина и спрашивает. Тебе на какой этаж? На 15-й, говорю. И молчу. А он говорит, и мне на 15-й.